И стейки поесть, и в кино сняться. Один из кишиневских ресторанов на ночь превратился в съемочную площадку. На ней развернули события нового телесериала, который уже осенью покажет Третий канал. Администрация ресторана очень гордится, что именно их заведение выбрали для съемок сериала. Сегодня здесь снимают фильм, сериал. В помещении ресторана есть сцена для выступления музыкантов. По сюжету фильма там вроде бы выступает коллектив музыкальный. Поскольку большой тайны съемок не делали, постоянные посетители ресторана в эту ночь намеренно пришли сюда, чтобы стать свидетелями интереснейшего события. Часть из них даже испробовала себя в качестве актера. С не меньшим интересом к съемкам отнеслись и все сотрудники Jack's Bar & Grill. Это очень интересно. Сейчас будет приоткрыто таинство того, как вообще снимается кино. И люди могут просто прийти в ресторан, поужинать и посмотреть, как снимается настоящий фильм. Это такое, знаете, реалити-шоу. Название ресторана на время съемок изменили. Так, по сценарию. Больше ничего менять смысла не имело, ведь Jack's Bar & Grill выбрали в качестве съемочной площадки среди многих других заведений. Этой ночью отличалась лишь публика. Ресторан с особым гостеприимством принял у себя большую команду киношников и угостил фирменными стейками, приготовленными по уникальной технологии. И, кстати, здесь парадокс. Мы везде заявляем себя как ресторан настоящей мужской кухни, но девушки реагируют с опережением. Поэтому в ресторане вы встретите всегда очень большое количество красивых девушек. Выбор авторов телесериала пал на ресторан Jack's Bar & Grill не случайно. Его уникальность в том, что тут нет границ между помещением и улицей, нет стен между террасой и залом. К тому же ресторан работает круглосуточно и без выходных. А теперь, став платформой для съемок, еще и впишет свое имя в историю киноиндустрии.